Во Всероссийском дне посадки леса самыми первыми приняли участие члены правительства области 26 апреля. Они высаживали сеянцы сосны в одном из лесничеств Белозерского района. Каждый человек заботится о себе, о своих близких, а в масштабе страны очень важно заботиться о всей окружающей среде. Поэтому, наверное, посадка леса дает возможность осознать, что мы оставляем след после себя. Второе, важно то, что мы понимаем важность для сохранения леса и для того, чтобы, ну, всегда же хочется думать о будущем. Поэтому мы уже спрашиваем, через сколько лет Божда будет гулять в этом бору, в этом сосновом лесу. Поэтому вот это, наверное, важно. По итогам 2015 года площадь, покрытая лесом, увеличилась на 3000 гектаров. В этом году запланировано посадить лесные культуры на площади 2500 гектаров. 28 числа будет у нас посадка уже по всей области, и муниципалитеты, и федеральные органы, и органы исполнительной власти нашей Курганской области, и все, кто желает, и все будут принимать участие в дне посадки леса. После работы члены правительства посетили экотропу, расположенную на территории государственного природного заказника в Белозерском районе. Сотрудники экофонда показали места для подкормки животных, саланцы, рассказали об особенностях обитания разных зверей. Тропа организована для развития экологического туризма на территории региона. Кроме того, она позволит зауральским детям узнать больше о флоре и фауне своего региона. Александр Мироненко, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».